Это нежное юношеское лицо девушки по имени Таисия Кузьменко с легкостью вводила в заблуждение даже самых отъявленных гестаповцев. В школе номер 27 села Львовская открыли памятную табличку известной разведчицы-партизанки, которая здесь училась. На торжественную линейку пришли учащиеся, педагоги и родственники Таисии Кузьминичны. Пригласили и представители краевого управления ФСБ. Приятно быть на таких мероприятиях, потому что это память о наших сотрудниках, о нашем деле. Потому что зачастую работа органов безопасности, она не афишируется, она довольно-таки скрыта. И до сих пор по некоторым, по многим партизанским отрядам, которые воевали на территории края, до сих пор есть закрытая даже информация, не подлежащая оглашению. Для нас всегда приятно, что партизанское движение и вообще сотрудников всегда помнят. На протяжении всего мероприятия на видеосвязи с Северским районом находились представители школы «Побратима». Севашская школа номер 12 Новотроицкого муниципального округа Херсонской области. В годы Великой Отечественной войны семья Кузьменко с тремя дочерьми, средней из которых была Таисия, как и многие другие, испытала тяготы и лишения. Во время эвакуации в леса юную колхозницу заметили проходившие мимо бойцы оперативной группы НКВД «Кубанцы» и предложили ей стать разведчицей. Так Тася стала бойцом опергруппы, внесшей огромный вклад в освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков. На церемонии открытия таблички присутствовали двое племянников Таисии Кузьменко – Евгений Гловацкий и Сергей Федотов. Каждый из них с трудом сдерживал слезы, вспоминая героическую родственницу и семейную историю. С особым отношением к селу Львовское, нашей корни отсюда. И я не знаю, как вас учат истории Львовского, но это уникальное село. И наша семья, наши предки, мы рады, что они из тех, кто были первыми, кто создавали это село в конце 19 века. Таисия Кузьменко, дочь сельского колхозника, бесстрашная разведчица и героиня Великой Отечественной войны, навсегда останется примером отваги, доблести и чести для подрастающего поколения села.